Добрый вечер, милостивые дамы и господа. Знаете, у нас директором Епишкин. Раньше был такой захудаленький актеришка. Так вот он открыл при театре буфет. И так обогатился, что потом выкупил весь театр. Ну и, конечно, теперь мстит за свои бывшие обиды. Заставляет актера выходить на сцену почти бесплатно. Но самое интересное, это он поставил в зрительном зале киноаппарат. И вот между отрывками из спектакля показывает дурацкие ленты. А нам что делать? В городе других театров нет. Вот и приходится плясать под его дудку. Ну, это, конечно... Между нами. О, слышите, это окончился очередной сеанс. Ну и публики тьма. Слушайте, Патч. Там... Какое дело? Один зритель со смеху свалился с балкона в портер. Что делать будем? Пусть доплачет и остается в портере. Живей, борзой, живей. Скоренько, борзой, скоренько. А что, Сосип Патрович, как там торговля? Хорошо Ой, идет? Хорошо. Грех жаловаться. Выходит, кинематографический театр выгоднее держать, чем трактир второго разряда, а? Да и то, и другое хорошо. Главное, дело-то схоже. В трактире я кормлю телесной, значит, пищей, а здесь духовную даю. Даешь, только с душком. Второго сорта. Да, голубчик, поцени товар. Я публике даю и комедию, и трагедию, и оперу, и балет, и кинематограф. Все за 2 гривны. А за 2 гривны что хорошего можно дать-то, а? Вот возьми я артистов первого или даже второго сорта, так выложи им 1500 в месяц, а ты у меня за 40 рублей и поешь, и танцуешь. Выходит, я... Артист третьего сорта. Выходит, да. Знаете что, Сосип Патрович? Если бы я не хотел есть и пить, я бы в вашем кинематографическом театре не работал бы и вовсе и за 300 целковых. Да ну? Да ну. За 300? Да, не работал бы. За 300? Не выступал бы. Не выступал бы. Вот за 300 вот за 300 не выступал бы. И не выступал бы. За 300, да? Че, зарплата? Да, зарплата. У меня. Меценат, а если я к 10 серии
Дубадама. Да не дашь ты дубани. Парень ты здоровый, выносливый. Вон морду-то как напил. Прямо ролью сыпешь, как козьи какашки. Вот так давай и жарь, без остановки. Ай-яй-яй. Я и не знала, что вы так относитесь к театру. А как к нему относиться-то? Ты меньше глазами ворочай по публике, а то ворочает глазом мне туда-сюда, делает оттяжку. Ты мне давай из оттяжков, чтобы я мог успеть еще одну серию прокрутить. Вот тогда ты и будешь настоящей актрисой, вся как есть. Ой, хоть мы играем наряду с синематографом, все-таки театр – это искусство. Искусство. Это... Когда играешь 10 серий, а в каждой серии по 3 роли, это значит, мне надо 30 раз переодеться и 30 раз физиономию краской намазать. Какое тут к черту искусство? Правильно, молодец, борзой. Прибавляю тебе 1,5 целковых. На, на, грабь меня. Так что ты свое искусство оставь. У меня артисты, что лошади на бегах. Ты вот покажи резвость, секунды. Тогда и фаворитом ты тогда моим будешь. Ну. Вот так-то вы цените своих фаворитов. Это 1,5 целковых за 30 ролей накидываете? Значит, по 5 копеек за роль? Да. За резвость? А оптом оно дешевле всегда. Ну, хватит. Сосип Патрович, да если бы все играли так, как вы хотите, так публика перестала бы к вам ходить, душенька. Так-то. Думает, нужна кому-нибудь. Ну, дура какая ты все-таки, а? Ты что, ты думаешь, что ты нужна зрителям? Или вообще ваше искусство сраное? Публике нужен кинематограф с комедией. Да-да-да. Вот убери я комедию, они вообще не придут в театр. Ты понимаешь? Понимаю. А если... Псой, Сосип Патрович. Все готово. Можно третий звонок дать. Звони, звони. Народ битком. Битком, битком. Если б не этот проклятый тенор, за день можно было бы 10 серий крутить. Благодарствую. Тащи мне дирижера и пивуна этого. Слушаю, слушаю. Что нужно, господин Епишкин? Слушай, Иван Иванович, у меня времени осталось мало, я хочу еще 9-ю серию прогнать, ты там давай своей палкой быстро макай, не задерживай. А вот это не выйдет. Я играю такие оперы, что... Ха! Он мне будет рассказывать, я тебе любую оперу отмахаю, какую хочешь. Хоть ты и дирижер, а в музыке ничего не понимаешь. Это вы ничего не смыслите в музыке. Вот не смысле я вас, дураков, кормлю. А раз кормлю, значит, могу приказывать. Но портить музыку вы не имеете права. О правах заговорил! А право жить в столице у тебя есть? Ой, что вы кричите? Вы что, не можете сказать мне на ухо? И какой вы странный. Я с вами говорю о музыке, а вы со мной о паспортной системе. Хорошо. Мне и жалко. Вам нужно играть скоро, я буду играть скоро. Но при чем здесь вероисповедание? У тебя вкуса нет, хоть ты и дирижер. Ты хоть раз сыграл «Дунайские волны» или «Вниз по матушке по Волге», а? Я вам таки сыграю из оперы «Паяцы». Не надо мне «Паяцы». Ты мне сыграй марш коротенький. Хорошо. Так и иду. Ишь ты! Жидовская морда. Ты... Ты чего ему нацепил? Гвоздицкая на выход? Он вообще с ума сошел. В прошлый раз я Теллов плешивым приказ сыграл. Борзов,
Борзой голубчик, тебе на сцену. Нет, это тебе на сцену. Все, начали! Ну, начали! С Богом. С ним. Пошел. Почему бы и нет? Вот я и пошел на службу. Милая. Я вернусь в 5 часов. Он ушел. Великолепно. Позвоню-ка я доктору Душке. Неужели он и сегодня не поймет, что я его адски люблю? До сих пор он не замечает этого и относится ко мне индифферентно. Индифферентно? Как? Индифферентно. Индифферентно. 445-36, да. Доктор, приезжайте ко мне. Я ужасно больна. Боже, как я его люблю. Можно? Входите, доктор, входите. Ах, какой дождь. Что с вами? Как только я услышал ваш встревоженный голос в телефон, я тут же сел в свой автомобиль и примчался сюда. Что с вами? Ах, доктор... О, у меня сердце страдает и слабость в ногах. Я должен вас осмотреть всесторонне и поставить диагноз. О, доктор! Пульс. Пульс. Ни хрена не вижу. Пить надо меньше. И то и собачье дело. Что у нас с сердцем? Сейчас проверим ваши нервы. Опять нажрался. У вас невроз конечностей и больное сердце. Спасите, доктор. Да. Вам помощь нужна немедленно. Я лично сяду в свой автомобиль и поеду в аптеку с лекарствами. Ах! Неужели он не догадывается о моей любви? Боже мой! Что я испытала, когда он коснулся ухом моих оконечностей. Какое адское блаженство. Ах, это он. О, я так спешил, что, по-моему, задавил 2 старух своим автомобилем. Вы еще не умерли? Ах, пока еще не умерла. Дух. Примите лекарство немедленно. Вам уже лучше? О, да! Надо ему намекнуть о моей любви. Доктор, милый! Да!
мой исцелитель, позвольте вас поблагодарить за оказанную помощь и поцеловать вас как брата. Фу, 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 фу! Что, что, что вы сделали со мной? Вы нарушили душевное состояние моей души. Я чувствую, что я вас уже люблю. Ага, наконец-то догадался. Доктор, я тоже чувствую, что начинаю вас любить. Да ну! Какая приятная неожиданность. Милая, милая, я полюбил тебя пылкой и страстной любовью. Я тоже. Погоди, погоди. Ах. Я полюбил тебя нежной любовью. Я давно, давно чувствовал себя. Я сначала думал про это, что это склероз. Да погоди ты! Я даже готов, готов унести тебя на край света. Так несите меня, неси! Да погодите, унесу я тебя. Я унесу тебя туда, где птицы. Подожди, где птицы райские поют, с одной блаженства чаши пьют. Несите же бежим! Меня! Бежим! Бежим! Неси! Любимая! Милая, вот я и пришел обедать. Собственную жену украли. Ускакали на автомобиле.
Спасибо. Черт. Рыбецкий. О. Если Борзой еще раз позволит себе хватать меня, то я надаю ему пощечину прямо на сцене. Понял, да? Понял. Кстати, а что это вас губернаторша в ложь занесло? Так можно и места лишиться. Вот именно поэтому я его и не лишусь. А, хоть и так. Черт с ним. С местом. Порядок. Что ты возишься, как курица? Иди отсюда, я сама причешусь. Но... бросать все это надо. Да кому мы нужны? Так и будем до смерти мотыльков изображать. Чего это она сегодня такая бешеная? Да она дала деньги за 9 букетов, а ей вручили только 5. Простите навеки, о счастье, мечтаю, я гибну, как роза от бури дыхание, а сердце когда-то любило так нежно, и счастье казалось таким безмятежным. Все скрылось, прошло. Альфред здесь, о Боже правый, Альфред мой. О, Виолетта, ты вновь со мной, ты вновь со мной. О, радость! Идиот! Край мы покинем, где так страдали, где было столько мук и печали. Мир светлый счастья вновь нам вернется в тихом приюте дальней страны. Там снова радость нам улыбнется, и наше горе забудем мы. Борзой, Епишкин сказал, пусть она умирает. Умри. В каком смысле? Епишкин сказал, пусть умирает. Thank you.
Иван! Это у нас ангел висит здесь. Молодцы, ребята! Быстро отжарили оперу. Стараемся, Псасис Патч. Иван, да. Убери его. Ангел. Театр. Театр, театр, театр. Иван! Ну! Ё-моё! Семён, уходим! Голубчик, ангел мой. И вот это все за эти вонючие копейки. Переодевайся на следующую сцену. Дорогой театр. Красавица. Значит так, борзой, Отелло урежь, он очень длинный. Вот, времени у меня нет, выйдешь на сцену, скажешь так, мол, и так. Ах, мол, вот ты как, задушишь ее, потом зарежешь себя, все. Нет, это у тебя не выйдет. В своих дурацких фарсах и операх ты можешь выкинуть любые слова. А в Отелло, в пьесе великого классика Вильяма Шекспира, я не выкину ни слова. Раз я играю Шекспира, значит, я его уважаю. Понятно? Уважай и ты его, купец второй гильдии. Девочки, на сцену, девочки! Псой, Сипач. Что тебе надо? Простите, извольте актрису на сцену. Что, куда? Да. Трио ББ. Да, да, да. Голубушка, на сцену, скоренько. Куда пошла? На сцену, скорее. На сцену, быстро! И сразу обратно! Да брось ты! Нужно Шекспиру твое уважение. Все равно он не придет и не узнает. Да, не придет. Он не сможет. Потому что прах великого, классик Вильяма Шекспира, покоится в хладной земле. Он умер. Да ты что? Да! Когда? Ну и царство ему небесное. Вот покойника ты уважаешь. А меня хочешь в убыток ввести? У меня времени не осталось для 9-й серии! Слушай, ты! Слушай, ты! Торгаш искусством! У меня здесь артист еще не умер! Если ты будешь кромсать Шекспира, я тебя вышвырну вон из театра! Меня! Понятно? Это тебе не трактир! Это там можешь урезать свои порции! Понятно? А Шекспир тебе не антрикот! И тут не трактир, а храм! Храм! Хотя и скверный, на храм не оскверняй святого. А если хочешь, ломай сам Шекспира. А меня изволь! Напился! Так, последний раз спрашиваю. Играешь Отелло или нет? Нет. Нет? Нет. Нет? Нет. И не надо. Сам сыграю. Ну и прекрасно. У меня раз повар отравился, так я сам за плиту встал. Давай костюм! Что? Костюм! Не походи, убью! Я не позволю! Я не позволю! На-на-на! Купцу второй гильдии! Осквернять шекспировский костюм! Давай костюм! Я сказал, не дам! Играй в пиджаке! Для скорости! Я... Бездарь! Гримируй! Голый сыграю! Под негра? Да! Хотя... Thank you.
Дездемона. Рыбинский! Рыбинский! Борзой, напился, я играю Отеллу. Как? А вот так, даже к лучшему. Он на полчаса растянул, я в 5 минут управлюсь. Костюм унес, подонок. А что же вы будете одеть? Да просто не оденусь, он спать идет, не все ли равно? Ха-ха! Дездемона! Нет, это долго в конце. Раз! Все. Так, так, пардон, 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 пардон. Так, голубушка, вот так, готово? Вот так. Ой, красиво. Что сейчас будет? Сейчас, моментик. Ой. Умничка. Готово? Все, даю занавес. Готово, Кос. Мавр! Все, начали занавес! Парикмахер! Парикмахер, дай быстрее! Бегу, бегу, голуба! Давай, 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 давай. О, давай, скорее, голубая, давай, давай. Личико, давай. Давай. Носик, ой, розу мазать приходится. Ну что ж ты трёшь-то, это всё одно место там. У вас нос глинцеватый и склизкий, поэтому не впитывается краска. Да чёрт с ним с носом-то. Вот. Да из Макса Линдера давай был что-нибудь. Был Макс Линдер. Как был? Как был? Я же не... Это, тенор. Тенор! Тенор! Сладкопева! Быстро беги, спай партию Сусанина. Сусанин — это басовая партия, а я тенор. Что? Что? А ну на сцену давай! Давай на сцену! Занавес! Занавес, Ванька! Занавес! Давай быстро! Рыбинский, снимай экран, я готов. Экран! Отелло мне сказал, чтоб я одна осталась на ночь тут. Чтоб я всю свиту распустила. Все, 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 пусти. Все, я пошел на сцену. Драный, сейчас, на сейчас, сцену. Сейчас, сейчас. Да мы же не успеем. Ну-ка, мне нужна ее канитель. Да куда? Сейчас. Вот ты где! А? Зачем вы вышли-то рано еще? У матери моей была служанка. Она всю песнь любви лишь пела. Из песни на устах она так и скончалась. А ты все говоришь? Ну, говори. А я послушаю в сторонке. И у меня сегодня эта песня с ума не сходит. И петь, все петь ту песнь любви больное сердце просит. Сюда, скорее. Сюда, давай, давай. Ага! Заснула! Вот ты где! Вот причина! Вот причина! Причина! Вот! Я не хочу пролить эту кровь и поцарапать эту кожу белее снега и алебастровых изделий! Но все же ей умереть должно! Но прежде чем убить, должен огонь любви я загасить! Суфлер! О, сладкое дыхание! О! Сладкое дыхание! Еще последний раз! Я плачу! Она проснулась! А? Кто здесь? Кто здесь? Отелло мой! Чего ты не спишь? А я выспался уже, спасибо. Ты молилась или ты не молилась? Молилась, дорогой. Молись еще! Я ж не хочу тебя убить без покаяния. Ты говоришь о смерти? Подумай о грехах. Мои грехи – любовь к тебе. Любовь, ты врешь. Ты подарила мой платок Касси. Вот этот. Ой, нет! Не помню врёшь? Я! Как страшно!
страшен ты! Тебя! Тебя люблю я! Врешь! Да что тут долго канитель тянуть? Взять за глотку, да придушить! О, нет! Мой подлец испортил! Убей меня хоть завтра! Нет, милая моя, без всякой срачки! Умри, изменница! Борзович! За искусство, Борзович! В два. Я не пью. А, Николаевич? Понял. Сейчас. Ну что? Скормленный в неволе. Орел молодой. Николаевич. А ты в клетке петь можешь? А я дед. Так. Пустите меня на сцену! Я хочу сказать всему миру, что сделаю с храмом искусства! Тихо! Что там за шум? Неужто там жандармы скачут? Ну нет, живой не дамся в руки! Пожалуйста, берите меня! Кинжал! Пожалуйста, берите! Хочу крикнуть всему миру, что сделал с храмом искусства! Его продали прихмахером! Тихо! Ой. Ну вот и сыграл Отелло. Раз-два и готово. А чё ж ты церемониться-то? Смейся, паяц. Тебе русское искусство чуждо, а я плачу, потому что я его люблю и уважаю. Я вам так скажу, ребята, коллеги. Сыграл я Отелло. И вы знаете, полюбил всей душой вот это наше русское искусство! Все. Сам теперь буду играть.